Здравствуйте, я Тихон Черняев. Сегодня я хочу с вами поиграть в Elite Super Blitz Arena. Соперники. Мои соперники будут ниже рейтинга до 200. Так, первая партия, играю я с Донвазом. Это, по-моему, Денис Лазовик. Сицилианская защита. Так, понял, 6. Сюда, 74. Так, взяли. Так, слон за 3. Давайте d4 и 5. Да. Ну, и 2 нуля, чтобы слон у меня был нормальный. Так, он коня переводит на g3. Он же 4. Аж 5-4 есть только. Давайте. Давайте ладья. Все 8 или. Давайте нет, все-таки я заберу, потому что тут слон. У меня будет был бы плохим. Так, ладья c8, так у него хоть есть отходы e6, d7, а так у нас 3 у него не было почти, чтобы отходов. Так, давайте на e6 вступаем. Слон g5. Так, так, так. Давайте ферзь на 7, на слон на 6. Жф, конь g5. Так, стоп. Ага, слон f4. Так, ну тут ферзь b6, тут просто ему надо было на ферзь на 7. Как? Так. Надо было брать жф, ладья f6, и у него уже 3 ферзя защищено. Так, ну тут у него на b2 подвес. Так, да, слон g5. Но тут я уже могу конь d7 сделать ход и h6 согнать. И еще уже конь d5. Титулованных игроков много. Так, конь h5. Конь c5, хочу конь g6 на ферзь g3. Ферзь g5 я еще не сыграл, потому что там ферзь g3 и какие-то слон h6 есть ходы. Так, ферзь h4, конь g6. Так, ферзь g3, ферзь c7. Ферзь f2. Конь c5, отдаю пешку на d4. Но хочу какую-то конь d3 и забрать ему преимущество двух слонов. Так, ферзь d4. Так, сюда. Взяли. Ферзь 5. Поменялись. Тут у него на g5 висит, но и ферзь. Тут ферзь 5, ладья c5, у него тут две фигуры висят. Ему надо будет h4 играть. Но там конь f4, там примерно равно. Но по материалу точно равно. Равно будет. А там же я даже фигуру могу буду выиграть. Так, ну задумался Денис. По времени уже немного у меня больше. Так, он слон f6 играет. Ух ты. Ферзь h5. Так, давайте ферзь h5, на слон g7, возвращаемся. Ферзь c5. И, в общем, тут у меня лишняя фигура за две пешки. Так.
Ладья g5, хочу слон h3. И еще есть ладья g3, ход конь h4, так. Так, давайте ладья g3, на d3 хочу забрать. Ну, ладья g3, то есть еще основная угроза. Так. Слон h3. А, да, сюда, сюда. Так, и тут у меня лишняя пешка. Хочу ладья b3. Ладья a3, ладья d3 будет разбить. Так, он хочет поменяться. Нет. Давайте поменяемся и b6. Ой! b6, b6. Так. Ладья e5. О, поле опять держу, то опять был ход. Так, сюда. h5 шах. Идем короля. Ладья 5. Король 7. Так. h4 давайте. Ну, хочу h3, h2 проводить ферзя. Так, король d7, не даю ход, ладья c7. Так, h3. h2. Так, бью. Сюда. Хочу конь d5. Сюда. Сюда. Шах. Сюда. Шах. Бью. Так. Конь c3. Ладья e4, ладья e6. f4 повели быстро. Ой-ой-ой, да. Так, ну тут ничья у меня точно есть, но я хочу выиграть. А2, а1. 2, f1. Фух, выиграл. Фух. Ну, конечно, была очень интересная партия. Так. Фух. О, тут, конечно, так прикольно. На втором месте титулованный, на четвертом Евгений Новиков, потом на шестом я. И на восьмом тоже титулованный сейчас мастер. Так. Так, дальше играем DAS там 0505. Так, белым играем. Вечеркать не буду я ни с кем в этом турнире. Задумался спинник, но тут он может. Из-за того, что он не делает ход, проиграть. Так, нет, все-таки сделал. Да, взяли, взяли. Это у нас вариант наверха. F4. Угу. Сейчас F3. На b5 будет ход e5, ему надо тут c7 играть. Так, ну тут в 3 нолях уходим. Так, сюда слон d3. Но тут у него может быть пон h6, он h4, g5. Так, нет, не хочет все-таки. Ладья e1. Тут у него уже этого плана нет, потому что король будет ослаблен на него. Так. Конь c5. Так, e5 меняемся, и тут я хочу просто получить поле e4 для коня. Так, бьем. Ферзь d3. Так, он не хочет меняться. Вернее, видимо, хочет, только в другой позиции. Так, ай. Понятно. Значит, тут бью. Тут просто на конь d5 хотел, слон g5 шах. Там я бы без фигуры оставался так. Так, давайте конь d4. Вот то, что я говорил, хочу поле d6 получить или f6. Так, ферзь e5. Так, пешку взяну. Вот бьем на c5. Король b1.
один. Ой, я за 4 коня зевнул. Зевнул, жаль. А он не берет. Странно, чего? Все равно зеваю. Угу, он тоже не берет. Третий раз его, ну заберишь. Так, мне все равно не хочет брать. Вперед. Да, жертвуем тут. Надежда один. Ну просто если был бы ход ферзь, если бы он сыграл ферзь 4. Так, сейчас пока не скажу, чтобы было. Опять диваем. Еще четвертый раз. Плохо сегодня играю. Так, ну да, не берет. На ферзь d4 был бы ход слон h7. Так, ну тут давайте ферзь 2, хочу ферзь g7 и конь f3 еще тут, чтобы конь вышел в игру. Конечно, соперник молодец, не забирал так долго. Так, теперь конь g5 хочу и конь f7 буду мат просить. Конь g5. Ой, ферзь один, ну, раз, два. Ой, зевнул. Как-то надо перестать девать фигуры. Ой, что-то я сегодня плохо играю, зеваю. Ой, еще раз зеваю ферзя. Все равно не берет. Так, так теперь тут ферзь e5. Но если бы он брал, то тут поле f7 было слабое. Я бы забрал с матом. Так, но тут он уже от мата избавляется. Но я хочу конь f4, конь g6 или конь h5. Ох, конь d7. Ферзь h5. Конь g5 хочу. Так, да. Делаю f1. Так, ну конь f4, конь g6 у меня угроза есть. Еще ладья g7 надо было. Ладья g7, вау. Конечно. Страшно играть черными. Я бы тут белый наконец-то заиграл. Так. Так, сюда бью. Ну, хочу конь f7. И меняемся. Ну тут, правда, по времени я на полминуты отстаю, но тут на f7 у него будет висеть. Так, он да. Сюда. Так. Конь f3 быстро. Быстро начали играть. Так, тут я мог слон f7 сыграть. Или конь f7. Конь f7 мог играть. Так, тут ферзя, по-моему, все-таки не поймал. Ладно, качество жертвы. Так, бьет. Так, ферзь g3. Хочу ладья h1. Или конь d5, конь d5. Так, бьем, конь d5. А, нет, так, сюда быстрее. Далее, так, сюда. d5, конь d5, бей. С вами d3 пешку, да? Забрал. Ох, сюда один с палками. Ю, шах. Ой, зависло немного так. Ю, шах. Еще один. Сюда. 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 Да, флаг. Вау. У меня всего лишь 5 долей секунд. Как? О, ну тут, конечно, было и классно. Вау. Просто.
Просто ему уже начал все тут скидывать, чтобы он думал дольше. Я тут быстро начал играть. Тут у меня немного подзависит интернет, и тут вот у него тут 20 секунд, и я тут начал быстро очень играть. Так, дальше обратно в турнир. Там написали. Ох. Не, ну была, конечно, не точная игра. Я бы мог поточнее, даже должен был играть поточнее. Так. Так, играем сейчас с мастером Киллергас. Так, славянская защита, да, будет? Да? Возьмем вариант, нет? Так, Е6, да, Е6. Он Б7. Он, кстати, тоже, по-моему, сейчас стример. Можете на него подписываться. Ну, 4 Б4 будем играть. Да, Е4, Б4. Ох, какие-то осложнения будут. 100% будут. Хотя тут я, по-моему, могу просто с лишней пешкой остаться. БЦ. И дюбью. Ох, ну... 2 ферзя. 4 ферзя на доске. Такого вот не часто увидишь. Так. Давайте шах. И тренально хочу. Так, сейчас поменяем на новый Сергей, я надеюсь. Потому что это был какой-то сумасшедший дом. Так, ферзь 5. Тут у него интересно, как ферзь будет выбираться. Сейчас 3-0 на сон кое-как-то там, зона 6, и ферзь поднялся. Ох. Так, правда, у него тут был зона 6, но тут 3-0. Ничего, не боюсь. Но хочу просто зона 6 и выиграть ферзя. У меня ферзь как в капкане. Ох. Ну, еще есть ход зона 4. Ну, тут по-любому, я надеюсь, можно выиграть. А нет, зона 6 точнее, у него нету поля. А для отступления там на сон Б4 будет ход ферзь Ж7, сон Д2 и конь Б2. Так, задумался соперник. Я увидел то, что ферзь... Нет, просто как я такого вообще не видел почти что ни разу. Что на 13 ходу по 2 ферзя. Так. Знаешь, что эти один из ферзей разменялся, так бы я бы еще с радостью играл бы. Так, он тут пешку решает мне отдать, чтобы ферзь у него вышел. Так, он Д6, давайте. И ладья Ж8 разложил, но и на Д5 я буду забирать. Да еще не пойму, чем, может, не буду забрать на Д5. Так, ну хочу ферзь забрать на d5, так, ну немного завис. Ну, задумался, то есть соперник. Так, ферзь c3. Бью. Ну, слон b3 хочу буду, ферзь c5. Менять ферзей хочу буду. Так, слон d3. Так, конь d5, конь f3 хочу. Так, ну тут, надеюсь, мы ферзей поменяем. Ух. Если... Как вам интересно, как мы эту партию сыграли, просто такого я ни разу не видел. 2 ферзя. 4 ферзя. Так, задумался соперник.
Так, у меня есть ход слон d4, на коне f3 будет слон f3. Ох, и там, конечно, красивый-то говоря будет. Надеюсь, он так сыграет. Ну, слон d4, конь f3, слон f3, ферзь d4, а нет. Нет, ну тут мат, извиняюсь. Ну да, сейчас за игру. Киллер каст. Давайте зайдем в анализ, посмотрим, как это, правильно, точно мы играли или нет. Просто вот тут. Тут как С, у меня тут перевес. Так, у меня тут. Так, давайте посмотрим. Так, где-то с этой позиции, где и 5. Это правильно было или нет? Так, ну, БЦ, я думаю, это правильно. Ну, так, ну, да, сюда. Так, тут, может, мне надо было как-то слон b4 шаг дать. И, ну, да, конечно, все, все так. Ну, все хорошо, так, слон b3, ну, надо было играть мне конь d5. Просто вот такой красивый был вариант, смотрите. Слон f3, ферзь d4 бьем, бьет, я бью, и тут забираю ферзя, у меня две лишние пешки. Так, ну давайте обратно в турнир, конечно, очень красивый ход получилось. Так. Ну, состав тут очень сильный. Так. Ой, не нормально. Мадли. Мадли. Или как правильно? Так, Анон Зе Легенд. Черными играем. Я у меня тут один раз выиграл уже. А, он не сделал ни хода, взял. У меня немного подзавис интернет. Я сделал один ход. Он взял Берсерк. Сыграли не 4, d 5. У него же... Он взял еще Берсерк, и он сдался после такого хода. Так. Так, слон f6, нет, d5. Так. Получается почти то, что мы играли с Денисом Лазовиком. Ну, похоже, так. Только слон есть. Так, давайте тут слон b7 сначала сделаем ход. Может, я в 3-0 уйду. Так, сюда. Давайте h6, потому что, ну, у него этот ход и сейчас есть, он же так, ну, сейчас он может такое не сделать, вот, потому что как-то страшно, потом падение оставит. Но у него он есть, на g8, если я h8. Так, ну, он так не играет. Играет на d1. Так, ну, и у него идея e5. Так, ну, d4, так. Давайте d4 и e5. И уже пойду непонятно в какую ночевку. Ну, похоже, очень партия как первая с Дэн Лазом. Но опять, я думаю, я по-любому сыграю. Ну, он тут может сам d5 сыграть. D, C, E, D, F, D, 6, 1. А, нет, D, C, это еще можно победить. Так, ну, как ему интересно. Так, конь d2, да. 5, так, 4, 5. Так, ну, конь g3, то я должен быть уже 6. А, нет, он не хочет. Коня переводить. Так, давайте ферзь c7, и Еев уже грозит. Правда, у меня есть ход конь d4, но там слон c5, там неясная позиция. Скорее всего, там слон c5, и да, бьем. Так, мы тут меняемся, бьем, и буду мне по какую ротировку мне уходить. Так, давайте побьем. Ох, там у меня сейчас... Так, ну да, хорошо, что он ферзя не меняется, потому что там на же был ход солнце 8, но там ферзь, его ферзь, вот так. Так, давайте тут 2-0 уйдем. Ну, я понимаю, что в эншпиле надо короля к центру ближе, но просто тут, так. Так, c5, его dft8 хочу, слабости, приспиться к его слабости. Так, он тут убивает, или что? Давайте минут заберем. Слон 3. Сюда. Конь d7. Так, ну. Так, 6, король d7.
Тут у меня лишняя пешка, тут я даже могу конь d5 сделать, вот, на, например, ладья 8, ладья 8, ладья 1, конь d5. Так, сюда. Давайте конь d5, играем на c5. Случайно зевнул на c5, так, но он понимает, нельзя брать, потому что это был конь d3 шах. Конь g4, хочу ладья d3. Я, короче, ну, ага, он сюда идет. Приключение хочет. Он может их получить. Сейчас ладья e3, g5. Так. Ладья e3. Сюда. Да, и тут он мат получается. Короче, конь f6, ладья e5 грозит. Так, красивый будет мат. Даже можно будет такой. А, нет, ну, можно было жаль, если бы не 4, к примеру, на его ладья стала, я бы мог ладья 3 и конь 3. Но тут уже не могу, но тут конь 6 мотует. Да, спасибо за игру, Анна Зеленин. Я на третьем месте, так. Лидер на одной партии больше собрал. Так, и Мигайк. Мы с ним играли в прошлой лиге. Так, он там, да, такой каракан. Давайте так он. Он конь f6 играет, я помню. Да, конь f6. Е добьем. Да, разменный такой каракан. Ну, тут в этом. Это мне не страшно. Мне было пострашнее в прошлой партии, когда я с ним играл. Я, кстати, помню, играет, по-моему, как они играют почти что каждую элиту. Так, слон d2, ну, слон d3, тут вроде фигур поровну, но я тут больше фигур развил, чем он. Так, слон c4, 2-0, и хочу буду слон e7. Ну да, он это не хочет. Так, h3. На слон h5, вроде b1, b5, b3. Так, ну, немного долговато думает иногда. Ну, как и я. Иногда бывает. Как в прошлой партии. Ну, когда, как в прошлой партии. Так. Мина Мальви подтянулся уже. 9-й. Так, ну, тут хочу 2-0. Ладья в 1, кроме 6. Какие-то удары. Или ферзь Е2 как-то. Ферзь Е5. Так, ну, да, сюда, сюда. А4 хочу буду подорвать. Да, А4 надо играть, потому что там он сам сыграл А4, и у меня бы слон поймался. Так, ну и ага, сюда. Давайте ферзь Е2 хочу, лаба и ферзь В5. Как интересно он сыграет. Ванале может зевнет все-таки пешка, может не зевнет. Ну, ему тут нельзя играть, к примеру, какой-то ход конь f6, а, b, c, b, и ферзь b5 шахом, на h5 я забираю. Так, у меня тут на минуту больше, я помню, я с Мигайком играл один раз, я взял берсерк, это такая неудачная серия, вы тоже в элите. И я у него выиграл просто по времени. Так, ну тут такая красивая комбинация, может она пройдет, и слон h4. Вот так, вяжу его. Слон f3. Так, и тут надо же брать. И у него на b5 висит, он не может отходить пешка, не забирать, потому что будет ладья b7. Так, ферзь b5 хочу. Или ладья b5, то есть. Или слон b5. Так, ферзь b5, ферзь b3. Ладья b5 давайте заберем. Ну тут разница уже в 50 секунд. Так, и на ферзь c6 здесь вот он на d5, еду ферзь c7. Так, ферзь f6. Так, давайте c4, хочу ладья 5 забрать. Ну, надо ему конь c6 играть, там будет ладья b1, это не ясно. А, нет, ладья b1 нельзя, конь b4. Тут надо, получается, ферзь e4 играть. И хочу ладья h5 на мат напасть еще.
Сюда. Давайте ладья h5. Да, ладья h5, я хочу, не скажу что. Да, заметил, хотел через h7 мат. Так, давайте теперь вернемся. Вроде он ничем не угрожает. Ну, я угрожаю c3. Он вроде бы пока ничем не угрожает. Так, сюда. Так. Давайте. c5, c5. Ладья b7 не хотелось, но тут, правда, у него есть поле d5, да, он видит это. Так, ну ладья b1, ну ладья b7 хочу. Так, сюда. b7, меняемся. Так, еще непонятно. Ему не заиграть ферзь b7, но можно? Так, он не хочет. Нет, вот так, идем. Так, нет, все-таки давайте ладья b8, и c6 буду вести. Так, он не меняется, но это что, мне интерес дает, все равно c6. c4. Бью, ну раз на цвет, тут еще и, может и ничего быть, но тут по времени, я надеюсь, я точно выиграю, потому что у него 17 секунд. Ну да, он долговато относительно думает. Так, ну король e2. Король e1, давайте вернусь. Так, давайте c5. Король e2. Сюда. Вот он мат. Так, король d2, все, даю. Король d1. b4, бью. И сюда. Сюда, сюда. Так, ну тут вроде у меня пешка должна проходить. Ну да, спасибо за игру, мигает. Ну, была очень интересная партия. Так, я на втором месте, лидер вышел. Проиграл и вышел. Так, это, а нет. Жаль, хотел сыграть с мини-манди. А он играет. Так, ну разница не такая уж и большая. Так, играли мини-стол. Так, давайте e4, конь f3. Ну, нет, давайте еще не крайнюю ведь, потому что он может по-другому пойти. Так, задуматься. Что-то все хотят меня побаловать, чтобы у них оставалось 2 секунды. Если он не сделает ход за эти 2 секунды, то все. То он проиграет, потому что сейчас такое правило. Если ты не сделал за такое-то время ход, то тебе автоматически сейчас проигрыш дает, а он так уже 2 человека так делает. Так и задумался. Просто на третьем ходу. Так. У него с интернетом может быть какие-то проблемы. Нет, вроде 4 деления. Excellent connection, так. Видимо, задумался. Может, он хотел, типа, взять персерк. Так, он не знал, зачем. Так, я ему проигрывал одну партию. Так, ну, так, 3. Угу. Вон. Е3, давайте. Лучше он сам меняется. Да, отлично. Сюда. Сюда. Сюда, сюда. Хочу конь g3. Да, конь g3. Так, конь g5. Меняемся, если хочет. Да, он хочет поменять только легкие фигуры. Так, ну я хочу ладья поменять, не буду легких фигур менять.
Так, он легкий поменял все-таки. Так, и конь d4, да. Так, ладья d1, но конь d2, ладья e8, шаг будет бить. Еще h2. Я думаю, он заберет на d2. Так, задумался соперник. Ну, солнце 1 хочу отойти, если он не заберет, то солнце 1. Хотя давайте не будем прямую, вдруг он конь f6 отойдет, а так поменяемся. Так. И у него было бы поле e4, такое же красивое даже. Так. c4 давайте. Цеду. В3. Слон В3 хочу. Да, давайте слон В3. Если бы этого коня не было, то я бы мог слон G5 сделать ход. Так, он сюда. Так, давайте ферзь В5 хочу на D5 забрать. Так. На конь c3 был бы ход ферзь e8. Так. Так. Так, ну давайте. А нет, брать как-то не хочется. Так, где мы сравнялась уже? Так, давайте все-таки солнце 1 как-то потерял время. Так, если он конь g3 заберет, то я буду ферзь e8 захватывать. И там мат может даже быть. Так, ну забирай, лишняя пешка у тебя будет. Да, и ферзь e8, вот такой вот красивый ход. Фух, тут даже у меня может и лучше уже быть. Король f7, конь g5, король h6 и конь d4 шаг. Да. Сюда. Я хочу на f8 забрать. На конь d2 все равно заберу на e2. Так, он сюда. Сюда ладья e1. Или слон. Нет, давайте ладья e1. Так, по времени у меня на 10 секунд меньше, надо ускориться. Хочу слон c1. Так. Да, слон c1. Так, главное, чтобы я ничего не зевнул. Так, ладья f1, быстрее. Ладья f7 хочу. Так, ладья f7 все равно. Ладья b7 теперь хочу. Так, бью на b7. Конь c3. Ладья e7, быстрее, быстрее. Так, сюда. Ладья 6. Ферзь 4, правда, у меня есть тут. Так, сюда. Ладья 6. Быстрее. Бью. Шахом. Сюда. А 4. Так, ладья 8. Конь 4 хочу. Да, конь 4, шах. Сюда, быстрее. Конь f5, ладья b7. Да, ладья b7 приму, могу. Сюда, ладья g7. Так, слон g5, быстрее, быстрее. Шаг. Сюда. Сюда, шаг. Так, он бьет сюда, шаг. Ой, пад, вау.
Ух ты. Надо было все-таки король h2 играть даже. Или конь d3. Конь d3 надо было играть. Красиво очень было. Так, на третьем месте. Серия сбили меня. Ну, конь d3 надо было играть, там было победа в волосы. Так, меня многие играют. Нет. Тогда играют. Так, Бугаевский Сергей. Так, d5. Вот, а, да, вот это, c5, давайте, d4. Давайте, конь f6. Конь c6. Хорошо, конь c6, так. b5. Конь g4. Бью. Сюда. Да, поменялись. Так, ну получилось спокойная позиция, ну такая, где у нас такого не может запомнить, он играет такое, то что вот атакует, и я ему проиграл. Вот три проигрыша подряд, это я ему проиграл. Он меня так атаковал, я все-таки мотовал везде. Так, давайте 2-0. Слон h4, конь h4. Так, добью. И нет. Добью все-таки. Не хочет. Сюда. Идем. Нет или нет. Так, b4. Давайте поменяемся и опять. Да, опять хорошо, меняемся. c3, да, c3. Теперь b6. О, подтягивается уже Михаил Ушенков, 11-й. На беседках, скорее всего. Так, давайте конь d6, на c4 хочу. Вот сюда. Так. Король h8. Опять f5 хочу, конь f5. Ну или f6. А, нет, конь f5, конь f5 или конь d8. Так, да, теперь g5. Сюда. h6 хочу. Ну, на g4, h6, ферзь f4, к примеру, конь d7 и конь g6. Ну, просто, ну да, f4, f6, то есть. Да, лучше f6, потому что на h6 там ферзь f4, конь d7, ферзь e5, у него ход. Так. Ну, вроде тут я ничего не зеваю. Кончим конь g6. Да, конь g6, ферзь d6, конь h4, есть ход. Ну, на ферзь d6 я больше d5 хочу. Сюда, конь h4. Надеваю пешку на e6. Но сейчас я не идет, потому что там был выход. Конь f3. Так, ну тут давайте e5. Меняемся. Нет. Но все равно на d9 будет, у меня угроза конь f3. Но так хочу его e4 задвигать. Да, e4 задвигаем, хочу конь f3 шах. Ого. Так, давайте g5 хочу, ферзь c7, ферзь c7. Ох, тут конь у него плохой у Сергея. Ну тут у него есть единственный ход, прием король жены, правда, конь f3 будет ход у меня. Ему надо как-то ферзь c2, да. К примеру, сюда.
Так, по времени у меня на 20 секунд больше. Так, сюда. Ферзь на 7 хочу, конь же 6. Конь же 6, так. Так. Вот интересно. Так, сюда. F5. Да, F5. Если поменяемся, то я буду на F4 давить. У меня тут где? Так, сюда. F же. Да. И на же хочу. Конь F4, конь F4 просто. Делаю за F4. Так, здесь сюда. D7 хочу, ферзь G4. Сюда. Е3, Е2 хочу или Е2. Так, надеюсь, я ничего тут не зеваю, только король раскрытый. Так, да, вот Е3 вот зеваю. Так, ну здесь смотр я ничего не зеваю. Так, сюда. Сюда. Поменялись. Так, ну хочу его ладья Е3, ладья Ф1, Д1, ферзь. Так, сюда. Бью. Ферзь Ф3 поменялись. Так, правда я по материалу ничего не выбрал, но по времени я тут выиграл. Хотя нет, он по материалу не жрет. Пешку дает. Так, ладья А3. Ладья А5. Так, нет, ну АБ, АБ, Б3. Нет, нет. Хотя за игру Багаевской серии. Так, идем на третьем месте. Ох, на первом месте, конечно, сильный игрок. Всех выигрывает. Ну, он тут хорошо играет. Правда, сейчас пока не в первой десятке, но... Я думаю, во второй точку. Так, Анон за Легенд. Так, давайте. Где он скандинав? А, нет, он... А, он может что-то дождался, он может просто не скандинавку играть, а... Е5. Так, сюда. 2-0. Б3. Угу, сюда. Д3. Так, давайте слон G5 хочу. Слон G4. Если так. Бью. Конь C3. Слон G4 H3 сыграю. Или слон D5 сразу будет. Так, конь D5. Развит конь C7, конь F6. Как интересно, сыграет соперник. Да, ферзь D8 защищает. Так, конь D3. Такая получилась похожа на итальянскую партию. Так, меня минер манди обгоняют все меня. Так. Сюда. Стоп, а чё у меня 16 очков? У меня же 18 было. Стоп. Так, сюда, стоп, 5, стоп. 18 очков тут не будет. Я 16. А, я же не дальний. Точно, да. Так, смотри, d4 хочу. Ну что, хоть коня 4 за нету. Так, ну ладья А1. Так, ферзь d7, первый вот коня 4, хоть 10, хочу позже 6, если слон идет куда-то примерно g4. Так, да, слон h7, сюда. 8, а он нет. Так, меняемся, все равно. Ох, интересная партия. Так, ферзь эти. На линию F не может встать. Так, да. G3, слон g4, слон g2 хочу перегруппироваться, да, сюда. Стоп, один, два. Ага, тут у меня пешка зависает. Так, а как мне ее защищать?
что? Ладно, в D2 приходится играть. Так, Анан Зелегин пока. У него на 40 секунд больше. Так, ферзь все. Король G2. Так, у меня сломан баланс. Так. Так, нет, не поменяется, D4 вот надо играть. Что, я сразу D4 не сыграл? Выглядит пока у меня еще не просто, но может чуть-чуть похуже. Да, поменялись. На 2 он забрал, правда, пешку. Б1, хочу ферзь b3, ферзь c7. Так. Давайте король g1, даю все-таки пешку. Ферзь 2, ферзь a7 хочу мат. Ферзь g6 хочу, ферзь a6. Так, ферзь g7, ферзь g7. Так, ферзь h5. Хочу вот здесь 6, вот за 6. Так, вот здесь 6. Так, ну, это сюда таки так ведем, у меня все время уже мало. Так, ферзь h7, ферзь h3. f4 хочу. Так, сюда, сюда. Так, 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 сейчас надо. Но защитить все-таки, ой, 23 секунды, видимо, тут мне уже флаг срубят. b3. На ферзь b3 хочу ладья 2. Угу. Ладья f1. Хочу ладья 2. Так. Ферзь c7, шаг быстрее. Я тут не где-то время проиграю, да? Так, ферзь c6, все-таки не буду поменяться, думаю. Так, бьем, бьем. Сюда. Так, ладья h6 быстрее, слон b5. Король g2. Так, слон b3, быстрее, быстрее. Сюда. Ну да, проиграл, спасибо за игру, Анан Зелегин. Так, что там? Тут, по-моему, будет. Так, бухарестский сергей 5, это здесь черными. Сейчас мы тут не надо, ага, 5, так, здесь, ага, да, все, ага, да, он лондонского, я помню, играет. Нужно ему как-то не дать выменить это коня, f3, все, я так сейчас не играю. Да, все, он же 4, надо обязательно поменять. Хоть это не по теории, просто с Сергеем, но обязательно надо поменять. И будет игра спокойная. Но относительно спокойно. Помню прошлую партию.
игра была такая неспокойная. Так, поменялись. Когда он ротировался, я помню, где-то 80 уже. Посмотрю, куда он ротировку сделал, в какую сторону. И сам ротировку сделал. Так, ну вот это значит. Сюда, так, правда, на c5 сделал. Нет, он меня берет, фу, хорошо. Я заберу, значит. Так, ладья e8, хочу e5 прорыв сделать. Да, опять он этого коня хочет поставить. Ладно, давайте поменяемся. Ну или я сделаю все, чтобы у него конь на e5 не стал. Сейчас ведь f6, но ферзь g4 сыграю. Да. А, и он это же не хочет, так. Так. Ну, все равно будем где так. Я поменяю коня c. На d я заберу ферзь c7. Так, и 5. Так, давайте заберем. Так, ну да, все, вроде бы все нормально у меня должно быть. Все заберем. Так. Так, давайте его вот здесь заберем и поменяем ферзей. Ложку. Так, ладья 8. На ладья 1 сыграю 4. Так. Конь c6, почему? Так, да, сюда. Где 5 еще? На конь 3, конь 7. Конь 7, да. Да, вот здесь один меняться тоже. Нужно было f6, чтобы он поменялся. Все вроде бы в центр приходим вместе. Так, по времени ему на 20 секунд больше. Так. Конь c6, конь d5. По-любому. Так, все, конь c4 хочу. Еще так Сергей это видит. Так, давайте все-таки король c5, b4, король d6, f4, конь d7, конь d5. Так, он сразу играет сюда. 4 шаг, так. Так, нет, давайте все-таки не будем меняться, отойду просто. Так, он сюда. Король d6, давайте. Так, конь b8, на c6 шаг хочу дать. Так. Вот a6. Так, слон a4, b5. Все, так, конь c6 шаг, король c5. Да. b4. Конь b5 хочу, конь c4. Так, ничего, вроде бы не сегодня. Так. Давайте тут f5. Ой, я зевнул. Ой-ой-ой. Да. Да-да-да. Да, так хорошо играл с ним партию. И зевнул. Опять. Так, у меня король b2, опять. a4. Ох, да. Да. Да, мы проиграли. Жаль очень. Это была нормальная позиция.
Ну да. А сейчас за игру буду я в Гаевском Сергею. Так, давайте обратно в турнир. Ну да, если конь c4, я бы шагнал, там слон c4, bc, там у меня может и получше. Я как-то хотел сыграть, но... Так, ну 5, так я что-то меня потянуло, и 5 сыграть. На 10 месте. Так, и жена вот мастер Пурзебаумер. Я у него на партию выиграл в пуле, да, по-моему? А нет, в элите. Тоже в элите, так он Марти играет. Да. Сюда. Скидывается, ну, не отдает, меняется, нет, он не меняется, да. Сюда, сюда. Да. Слон d3. На 5. Так. Так. Сюда. Угу. Так, да. Сюда. Меняемся. На d5. Я тут 3 хочу. На конь d5. А, он пешка d5. Так, вот я d1, правда, у меня тут слабость на d6. Сюда. Но слабость это уже прикрылась. За моим пешкой, если бы моей пешки тут не было, то у меня была бы слабость. Сильная, большая. Так, склон f1. Но вот я очень хочу. 4 или ферзь d2. Я d2 давайте все-таки. Ферзь b4. Так, поменяемся давайте. Так, сюда взяли. Нет, он конь c5. Конь c4. Ферзь f3. Я мог бы вводя c4 в этой позиции сыграть. Так, вот сюда. Король f1, давайте король f2. Так, он пешку отдает. Поменяемся или нет? Все-таки давайте поменяемся. Да, слон c4 хочу. А нет, он конь бы не хочет. Так, поменялись. И хочу слон c4 ладью. Вытеснить отсюда. Да, вытесняем. Получается, хочу f4. Ну, f4 так, ну, g4 как-то так. Так, давайте b3 все-таки ладья 3, ладья g3 хочу. Так, f3 поменялись. Так, он не хочет, вернее, хочет, только в другой редакции, так. Да, сюда. Значит, король g1. Так, ладья 8, fe. Так. Король 2. Король e3 давайте. Так, ну если что, ладья b2 есть у меня ход. Так, ладья a1. Так. Так, давайте ладья f2. Ну, ладья e1, король f2. И король e3 буду вот так повторять позицию. Ага, сюда.
Так. Сюда. На конь b3 хочу ладья f7. И ладья e7 вот так. Ладья e7. На ладья e1 хочу король f2. И на ладья b1 король d3. Так, миньер. Манди пока что на первом месте. Так. Давайте шах и заберем быстро. Так, быстро. 30 секунд против 50. Так, ладья 6. Так. Что же делать? Вот, давайте король 2 и король c2. Сюда, значит. Ах, нет. Нет, давайте король c3. Быстро. Шах. Шах. Еще шах. Я бью. Сюда. Да, сюда. Так, он ладью отрезает. Так, шах. Так, ладья h5, мне даю пешку. Ладья d1 шаг. Ладья f8 быстрее. Так, шах, шах. Шах. Еще шах, еще шах. Сюда. Сюда, сюда. Сюда. Бьем. Сюда. Нет, сюда. Ай, сюда. Сюда. Быстрее, быстрее. Ай, ну да, я проиграл. Сейчас хотел за группу. Зел Баумер. Так, ну, ночная серия у меня. Три поражения подряд. Надо собраться. Он сыграет. Проиграет. Да, ну вот. Так, ну он все тоже. Ланс тоже проиграл этому. Пур зе Баунер. Так, все, он закончил играть. Так, играем Алт Рел Ла Кивите. Так, белым мы играем. Так, давайте такой вот он будет. У тебя три такой со мной какой-то. Надо опять что-то он б2. Так. И d3. Вот давайте так отдаем пешки к стенам. Или как центральный, я не помню, северный. Или центральный гамбит. Да, только ради того, чтобы слона нету. Слоны у меня на королевский флан черных смотрели. Так, ну тут хочу конь e4 поменять, что зребую. Так, так. Конь e4 я не знаю, так. Так, давайте поменяем все. Так, ну вроде у меня слон на b2 относительно хорошо стоит. Так, где-то один, слон b4, c3. Так, так, все-таки давайте а3, чтобы слон b4, шахов никаких не было. Конь f3. Так, слон c4. Так. 2-0, хочу ладья d7. Так. Давайте слон d5. Так, слон c4. Слон c4 даже 3 хочу. Так, слон c6. Давайте конь d2. Ну, он искать все явно. Понятно, жертвовать не будет. Так, b4. Слон
число b3. Хочу c4, c5. Так. Вот e1, конь c4 хочу. Так, все. Так, давайте. Нет, у нас d4 будет ход конь b6. c было d7. И вот d7 будет грозить. Душа, то есть, скорее всего, пишет, что там 1 и 8 у него, хотя слон f7 непонятно еще. Так, он не хочет забирать пешку, значит, меняемся. Король f1, король e2 хочу. На ладе, так, он так, значит, король e2, ой, пешку отдаю. А он не видит, значит, f3 играем, ладе d1 хочу. Так, меняемся. Да, поменялись. Так. Так, ну вроде бы разносит, я думаю, вроде бы ничья должна быть. Так, c3. Давайте c3, чтобы мне где король не мог прорваться. Если он попытается опять сыграть, то там я его встречу, даже не буду встречать, просто да, солнце один буду так ходить. Так, ну тут, скорее всего, должна ничья быть, хотя шансы у меня есть. Давайте g4, g5, h3, давайте сейчас его ход, ему ничего предложу, он не хочет, как тут интересно на победу будет играть, тогда давайте ничего, пусть я заиграю, а лис, релативити, ну тут просто одноцветная эшка, тут слоны не могут прорваться никак. Так, 15-й. Нет. Так. Так, надо победить. Оставшиеся партии. Так, следующий соперник. Дакад. Так, c406, d5. d3, d5. А это вообще есть такой вариант? Ах, хотя в d5 он сразу это как будто видит. Так, слон f3. А, ох, типа антиэмирал вообще он хочет разобрать. Так, сюда хочу конь d5 буду. Конь d5 сразу уже был, сильнее было. Так, ну давайте конь d5 хочу, конь d2, если d5, d4. Так, стоп. Хотя давайте e6. Так, конь g6. У меня тут слабость, хочу конь d5 есть, вот как он так вот. Так, фиг-фиг-фиг, слон g6, я уже, фиг g6, там плохо у меня. Значит, конь d7, такой ход. Жду хода слон f6. Думаю, вряд ли он все это сделал, да? Так, давайте выйдет c8. Так, давайте поменяемся. Сейчас еще подумаю, что играть. Хотя давайте. Или конем уже забрать. Так, он конь 4. Так, сюда, сюда. Вон, давайте. Значит, а, он пешка забирает. Ну понятно, просто так он пешку, я думаю, не отдал. Но хочу конь же 4 сейчас. Так. Да, сюда. Так, ну есть ход у меня слон d7 сейчас. Ну, он понятно, я думаю, сейчас 3-0 сыграет, конь f2, правда. Так, он f3, да. Так, f3, слон d7, да. F4. Так, давайте все-таки сюда. Так, на ладья g7 хочу буду слон f4. Так, задуматься или это у меня интернет? Так, нет. Там все нормально, вроде бы. Так, ну ладья же 7. Так, ну да. Так, нет, все-таки интернет немного подзавис. Так, теряешь же, на слове 7 ладья аж 1 будет ход. Так. Так, все равно подвисает интернет. Скорее всего.
Так, ферзь g5, фичу g3, g2. У меня тут проходная пешка. Вроде хоть у меня и король в центре, но не видно, как его. Так, он даже меняться хочет. Так, я тоже хочу вроде бы. Сюда. Так, интернет не зависает. Да, спасибо. Ну тут вроде нормально у меня игра, ладья h2, там, c5. Это Михаил Лукшенко, по-моему, да. Михайловский играет. Так, пан дама шах. Шах. Так, ничего, я согласен, скорее всего. Да, давайте, ничего, я согласен. Все, согласен, то я тоже. Да, спасибо за игру, панда к мой, или как. Так. Так, Евгений Нойков, 15-й. Так, все, Плюха Михаил, 2001. Так, черный у меня. Это славянская защита. Так. Бомбит Моров, скорее всего, будет. Давайте. Да, бомбит Моров. Все-таки как тут играть будем. Так, давайте. Так, D5 или E5 будем играть? Давайте D5. Да, поменялись, такой получился похожий вариант, но вариант латаны. Так, он слон G4, конь C3, слон F3 будет ход у меня. Вот это там еще не ясно. Так, конь C3. Так, нет, он так и не играет. Так, давайте E6. Тут слон F3 я не мог выиграть пешку, потому что там слон C6 шах. Так, слон B4 хочу, слон C3. Ну то я думал, тут он бойца будет забирать. Так, он хочет еще одного слона получить. Так. Я не буду отдавать. Так, давайте 2-0, конь e4 хочу. И ладья d8. Так, конь e5. Тут же, по-моему, пешку из соперника делают. Конь d2, конь d4. Ох, тут непонятно, может он специально отдал. Может не заметил. Так, ну вроде тут у него компенсация может есть, но небольшая. Вот c8, давайте h6 хочу. Думаю, позиция примерно равная, может у меня чуть-чуть повыше из-за лишней пешки. Так, тут мы b2 забираем, и на a2. Хочу забрать. Так, он тут ферзем забирает. Ага, так, c2. Так. Берем или нет?
Ладно, давайте на ладья 7, ладья 7, если 8, король и 7, вроде шахов больше нету. Ну, на ферзь А7 поменяется, так будет примерно ранг. Так, ну да, позиция обострилась. Так, одна ладья F8. Что с этим будет делать на F2? Ну да, ферзь C5 ему надо играть. Например, ладья F5. Да, ладья F5, давайте еще и король F7. Король F7 хочу. Ну и позиция, думаю, ненормальная. На ладья D8, король F7. Так, он сюда. Жертву наешь. А, нет, не жертву. У меня защищено хорошо. Так, ладья F6, давайте еще лучше защитим. Так, ладья G6. Так, соперник хочет H5. Подойти, мы сами H5 сыграем. Или как? Сейчас так. Да, давайте H5 сами сыграем. Так, G5, да? Такой, где-то я так и знал, что он так сыграет. Так, правда, как мне вот ладью в игру вводить? Так, ферзь А3, давайте ферзь H3, ферзь G4, как-то так иди. Так, ну я хочу ферзь H3, буду и D5. Так, ферзь... Ай-яй-яй, так. Так, давайте ферзь H3. Сюда. Ну, на ферзь H6. Еще не знаю, что буду делать. Ну, я D8, король F7. Так, задумался соперник. Да, король F7, надо король F7. Сюда. Ой, тут у меня, да, все, ладья G7, тут поздно уже. Да, ладья G7. Не заметил я этого хода. Да, король F8, ну и над этим ходом. Спасибо за игру, Плюха Михаил. Так, 18-й, так. За полчаса в турнире. О, Михаил Лушенков попался нам. Так, он берсеркает, так. Тоже можете на него в Ютубе подписываться, на Литесе. Сюда. B6, слон B7 хочу. Да, слон B7. Он ротироваться будет. Сюда. Угу. Пока он с ротировкой не торопится. Конь F6, я тоже не тороплюсь. 5. Так, давайте слон B4 шагом. Слон на слон C3 поменяемся и 2-0 уйду. Для C5. Не, давайте поменяем. Это не... Давайте C5 все-таки. Так, 3-0, да. Следует. С добью, ферзь Е7 и ферзь А3 хочу. Да, 2-0, ну 2-0 сначала, да. Ладья Д8 хочу. Так, конь С2, да. Так, ферзь Е7. Да, ферзь Е7 хочу, ферзь Ф4 или конь Д5. Конь Д5, так.
Да, конь d5. Давайте попробуем. На ферзь d4, конь b4. Или конь f4. Так, конь f4 или конь b4. Давайте конь f4. Так, ферзь c3, да. Давайте конь d3, поменяемся. d8. Ферзь d6. И h6. Да, 6. Ферзь g3, хочу ферзь g2. Так, ферзь c3. Давайте король h8. Да, король h8, так. На 40 секунд больше у меня. Ферзь d2. Ферзь d6, давайте, хочу ферзь d2 поменяться. А, ого. Король c3. Давайте e5 и e4 хочу. e4 все равно. Так, шах тут. Сюда. Шах еще тут. Так, сюда. Здесь. Сюда. Так. Так, шах. Где-то два. Еще раз. Повторим, давайте я на f4 заберу. Если он даст, добавил. И ферзь e5 хочу. Да, ферзь e5. Ой, так, f6, f6 быстрее. Так, ферзь d6. Так, где d2. Так, хочу ферзь d3. Ага, сюда. Взяли, взяли. Лишняя фигура все-таки у меня. Так. Правда, нет, не лишнее. Шах. Так. Давайте заберем на g4, правда. Ух, тут непонятно, обострилась очень позиция. Сюда. e3. Сюда. Шах. Ой, забрал, фу. Забрал эту пешку синюю очень. Ладья c5, еще на h5 забрать. Сюда. Все, короля повели. Быстро-быстро повели короля. Сюда. Сюда. Так, давайте ладья f5. Ой, сюда. Взяли. Король d6. Ладья h1. Ладья a1. Ладья f5. 4 в 3. Сюда, f2. Быстро сюда. Да, спасибо за игру, Михаил. Ох, ну, конечно, очень интересно было. Так, ну тут. Так, давайте обратно в турнир. 17-й. Так, опять панда к мой. Так, давайте d5, c6. Нет, ничего не надо на первом ходу, мой очков не получим. Минимум на 10-м и то. Может, просто хотел побыстрее сыграть партию эту. Так, давайте тут конь e4. Конь f6.
Куда поменялись? Да, поменялись, ну да, тут. Тут позиция примерно равная, но давайте будем играть, ничего не соглашаться. Ну, максимум, минимум, что буду соглашаться, где как с Михаилом вот это. Так, ладья e8, слон b7. И слон f6, слон d6 давайте. Теперь b6. Так, ладья b2, ладья d8. Теперь h6 или f6. Так, он g4 хочет, значит, давайте отойдем все-таки. Так, b4 хочу. И слон f2. Так, e4 забрал. Тут, по-моему, пешку мне отдает. И он зевнул. Хотя давайте поменяем все. И там уже потом заберу на 2. Если он даст, конечно. Сюда. Ой. Так. Так, получается, надо пешку отдавать сопернику. Да, забрал. Так. Так, все теперь. Так. Так. Ладно, давайте вот где-то 8. Меняемся. Так, ну да, поменяем петли, значит. Ну, на ферзь h4 и f6. Ну да, меняем петли, да. На 2 висит его. Ой, он отдал. Ну тут примерно равно уже. У меня даже может немножко совсем получше. Король e6. Ну, король d6, c5. И b6 так. b6, c5 хочу. Да, c5. Где? Слон b5. g6, g6. Или нет, давайте отпустим. Так. Так, слон g2. Слон d5. Король e7. g6 взяли будет. Король f6, там приду вовремя. Так, король f8. Да, король f4. f6 давайте поменяем все. Так, 20 минут в турнире осталось. h6, так. Ну, примерно уже равные, что ли. Давайте мячу переложу. Так, не хочет. Как он тут интересно победу хочет давать. Или он. А, он флаг может хочет рубить. Он d5. Например, он точно тут не поиграет по позиции, я думаю, так. На f7, король d7 сыграю. Так, король f7. Так, слон b3, давайте я слон сюда хочу. Угу, сюда. Сюда, давай. Сюда хочу, король f7. Да, король f7 давайте.
Так, солнце 6, так. Сюда. Так, кроль 6, кроль 6. Так, нет, он не хочет. Так, давайте быстрее. Так, сюда b5. Нет, давайте опять b5. Так, бэтсон, ну это ничья. На соперных клах, видимо, он будет рубить. Так, король b4 сюда ведем. Угу. Так, король c2, да. Ну да, все тут. Ну, позиция, я думаю, равная только время. Времени у меня нету. А, ну да, я не успел. Сейчас я заиграл панда. Мой так. Ну тут, я думаю, примерно равная позиция. А как тут? А, это перевести, ну где-то вот тут. Вот уже равная. Ну, когда вот это поменяли. -то. Ну да, тут равная. Просто по времени. Но вот у меня было. Так. 22. Так, следующий соперник за Браунингом 86, так. Давайте. Вот этот вариант такой красивый, мне понравился. Ага, он не берет. Так, ну скажите мне, пожалуйста, есть ли такой вариант в теории или нету? Так. Так, давайте ферзь 2. Хочу 2, но дала 9 и 1. Так, вот тут конь d4 бью. И конь b5 хочу. Ну, на конь d5 2 нуля, там нету. Так, он ферзя бьет. Угу. Так, он c6, ферзь b2. Где b1? А давайте конь c6. Где b1, конь d7. Ну, лишаю хотя бы соперника ротировки. А, нет, он... А. Я... Так, 2 нуля давайте. c4. Так, ладья f1 хочу. Или ладья bd1. Ладья bd1 давайте. Так, нет, тут слона не отдаем. Сюда. Давайте помпишем. Ага, он связывает. Так. Так, сюда. Так, он не хочет меняться. Давайте ферзь h5. Ферзь h6. И конь d5. Не, давайте все-таки ферзь e5, ферзь e5. Так. h3, ладья d1. Так, ну тут без пешки. Так, давайте. Ладья f1.
Так, это меняемся. Нет, ну не хочет меняться. Так, давайте 53 и опять хочу. Так, 57. 53, так, логи меня отстаю. Так, давайте ладья один, потом один на ладья до два. Так, он не хочет. Так. Давайте еще 3-5 еще. Так, ну хочу опять, потом ладья до 4. Вот давайте аж 5. Это здесь 7. Также ферзь 3. Ферзь 4, ага. Почему я его? Так, на минуту все, давайте так последний стиль собираем. Очень пассивно. Так, ферзь H3 хочу. А, надо 7. Ну, ферзь 8 хочу. Так, вот иду 4. Ферзь 8, ферзь 7 хочу. Вот иду 2. Ферзь 7 шаг. Да, сюда, сюда. Так, вот я 1. Ферзь 8 не будем меняться. H3 уберу. Может, 4, так. Может, давайте еще раз шаг дадим. А, ну он все-таки поймал, да. На размен. Сюда. Так, опять. Давайте вот C1. Да, вот C1, на C7 хочу. Лезть. Сюда. Так, шаг. Поменялись. Ну да, это тоже прожженное по времени, по позиции. Сюда. Сюда, значит. Так. Я, короче, два быстрее. Какой он стиль? Плюс 3. Где опять? Ой, сюда. 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 Да, мат. Спасибо за игру, за Бранган. Давайте обратно в турник. То я считаю, что что-то вначале эта элита пошла хорошо, потом плохо очень пошло. Так, дальше ОДЕК 228-4. Так, защита лёгкая, ну да, я так думал. Так, выиграл это соперника. Так, сюда. Слон c4. Так, он этот вариант. Давайте слон c4. Большой так тут желтый не проходит. Так, нет, не проходит, значит отходим. И e6 хочу.
Да, давайте все-таки E6 и на Е ход G5. G5. Ну, на G5 ферзь F3 хочу. И ферзь F7. Да. G5, ферзь F3, слон F6. Все, не будем я сыграть. Значит, давайте ферзь F2 хочу, конь F6. Так, 2-0, конь F6. Я вот так. Это, видимо, даю специально. Так, потом c3. c3, хочу 2-0. Так, ну, вроде бы тут я ничего не зеваю, но где 6, ферзь 2. Ну, и хочу слон g5 еще. Так, c6, давайте 2 нуля и слон g5 хочу. И конь d2 там. Думаю, у меня тут позиция примерно равная. Так, тут хочу все равно на e7 давить. То есть тут у соперника на e7 слабая пешка. И он должен защищать его. А я с темпом нападаю, и он тратит время уж, как бы ее защитить. Но он тут... Да, тут нет, тут слон f6. Тут я на ладью нападаю. Ну, хочу конь b2, ладья d1. Так, конь b2, ладья d1. Хочу g4, g5 такая идея. Так, ну, не знаю, если все равно слабость, он не может от нее никак избавиться. Так, g4, сразу g5. Так. Давайте g4 попробую. Хочу уже 5. Так, cd. g5, dc. cd. Так, давайте cd заберу. Ну, идея одна и та же, g5. Ну, у него конь f8, надо играть, скорее всего, он. Куда? Вот df6. Так, конь e2, g5 хочу. И ну, на e6 слон f8 меняемся. Так, g5, конь f8, так, слон. Так. Так, нет. А давайте конь f3 и идея g5 все равно. Или даже уже идея слон f8. И там я выиграю пешку. Но g5 мне как-то больше нравится. Но слон g7, слон g7, король g7, конь g5. Так, ну да, тут он все-таки меняется, и конь g5. А у него тут слабость, на ладья d6, конь f6, у меня лишняя пешка. Тут, вот, тут уже лишняя пешка. Все, поменялись, да? Так, вот e5, ну еще вторая сейчас хочу забрать. Раз, два, против три давайте. Так, ну у него тут конь c4 есть. Вот. Нет, он не хочет. Так, g5 хочу. Так, так сюда шаг. Конь c2. Ну где ладья f8, ну ладья g5. Так вот, ну тут у меня уже две лишние пешки. И по времени на 50 секунд больше. Так, король f4. Сюда, сюда, шаг, сюда, сюда на e5 буду, или пока нет, давайте же я просто сыграю так, спокойно. Да.
Да, сюда, королевши. Да, королевши, королевши, да, победа уже. Да, сюда, дают. Так, тут шах еще. Так, королевши, давайте. Сюда. Угу. Сюда. Так, сюда. Шах. Так, ну тут все, тут уже выбрано у меня. Позицию тоже. И мат. Так, спасибо за игру. Отдых 228. Давайте обратно в турнир. Еще, если у меня будет соперник, то это будет последняя партия. Так, следующий соперник, Бракат. Так, Е4. Да, сицилианская защита, вариант. Пауз у нас, да. Да. Так, он тут на прыгновах играет. Слон Д3, давайте А3. Слон Д3. Так, он же 4. Угу. Так. Эти конь 2. Ай, ой, мат. Ого. Конь 4, тут же угроза мата была. Вау, я не заметил. Ух. Так что уже ливерка уже закрыта, и мне больше соперников не дадут. Стоп, так это карта на первой доске играется, нет. Ага. Так, и турнир закончился, первое место несол у 53 очка, потом второе место Лонсе 55-2-0, 47 очков, и третье место Минерманди 42 очка. Поздравляю призеров, потом четвертое место
Панда Кмои 3,7 очков. Пятое место Муран 29, тоже 3,7 очков. Потом шестое Сан Маркос 33 очка. Седьмое Михаил Ушенков 32 очка. Восьмое Акрус Дивида 31 очко. Потом девятое Забраниган 86, тоже 31 очко. И десятое место Евгений Новиков, тоже 31 очко. Но я занял 22, по-моему. Сейчас, как-то подвисло немного. Подвисло немного у меня. Да. Ну, а вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь и ставьте лайки. Пока-пока.